компьютер нажимайте. Володя Владимир, город Запорожье. Не, ну, 145, 500 и дальше, пошли туда погуляем, там много станций. Хорошо, Владимир, я принял все, спасибо за то, что ответили. С наступающим Новым годом вас. Пока, 73. Наступайте, интернет, увидите меня и, как говорится, мое лицо. Пока, всем привет. Хорошо, посмотрим. На QZ.ru посмотрите на меня. И в Одноклассниках, и в Mail.ru. Ну, в принципе, Одноклассники это тоже Mail.ru. Да, хорошо. Хорошо, Владимир. Спасибо еще раз. 70. Елена Николай, ой, хитрый Иван, Елена Кила. Добрый вечер, 5-9. Шкалы. Сергей, нахожусь в Нефтегорске, это возле Майкопа, на премию. Сережа, привет, великолепная станция вас зовет. Попрощаюсь с праздниками, 73, пока. Юр, один момент. Послушай товарища моего, Александр будет, RG6, Анна, киловатт-центр. Включите прямой канал, пройдитесь по диапазону, весь диапазон, как на 160 метров, все ближние. Станция, Юр, не слышал? Ну, начальное включение и все, еще раз. Нет, к сожалению, нет. Я понял, Денис, трудно там прослушать музыканты. Спасибо, Юрий, 73, с новогодними праздниками, до свидания. 73, пока. Володя, антрацит, ты тут еще? Да давай, работа, я тут по месту, товарищи подошли мои, я пока прервусь. Принято. Вас также позадаю с наступающими новогодними праздниками всеми. Удачи, здоровья, счастья и до будущих встреч в эфире. Пока.
Павел. Гуляла Таня три, Иван. Это вот и три Ивана принял куча станций. Здесь принесло в Вольногорск уже 5 Елена, Федор Павел, пожалуйста, позывной ваш. Ульяна Жук 5, Елена, Федор Павел, Ульяна Таня 3, Иван Киловатт. Ульяна Таня 3, Иван Киловатт. 5-9 воспринимаю, Владимир, Макеевка, КН-98, Анна Борис. Станислав Вольногорск, я правильно записал? И локатор подскажите свой, например. Да, Владимир Петрович, все записано. Я понял вас, все как у меня. КН-78, Анна Леонид, Станислав Вольногорск, 5-9, например. Да, Станислав, все прекрасно принято. Удачи, здоровья, с Новым годом наступающим. Ну, всего самых-самых лучших пожеланий. И до будущей встречи в эфире, пока. Спасибо, спасибо, удачи, даже с наступающим, пока. Отпечатков пальцев, ничего, никаких-то ни пылинки, ни соринки, как говорится, пленочка. Ну и запах, как говорится, чувствуется, свеженький, как будто только зарезали. А вот если покрутить, ну то что, и вам кудр было видно, и что-то такое, нюанс, а так, как говорится, как открыл, и это... Все установки-то по умолчанию были, не просто так, что сброшены, вот заводские, по всем диапазонам, только на семерке что-то было сдвинуто туда-сюда и все. Так что, может, конечно, проверяли, открывали, но не скрывался ничего. И шнур питания, как говорится, не загнутый, ничего, ну, хрен его знает. Ульяна
Сергей 9, Иван, Галина, Павел. От интернета. Анна, киловатт-центр, вот и 5 Елена, радио 8-3, а мы работали уже с нами, с Александром Игоревым, тут и 5 Ела. Или как позывной, здесь Елена, Сережа, 7, Иван, Йот, Иван, прием. Я вас слышу, еле. У вас все позывной как? Да, наконец-то услышал. Несколько раз зовете, вот только что услышал. УР-4, ЕВ. Добрый вечер. Ровно 9 баллов. Нефтегорский. Зовут Сергей. На привет. УР-7, он радио.
Командир Елена, всем прием. Еще раз работаю. Семерка. На всем прием. Три, всем прием.